Сонце еще светит, але былой теплини уже нема. До того ж ночи холодные, а на земле шмат желтого листья. Надошла осень, и час подводить первые выньки подрыхтовки до нового отеплядного сезона. Рыхтуйся не летом. Эта примука явно не для хомицких коммунальников. Рыхтоваться до осень-зимового периода тут почали еще весной. Для чего створили городскую комиссию по координации работ, на посяджениях якой постоянно контролировали ход подрыхтовки. Сирот запланованного и выполненного у разных сферах. На амаль 650 километрах тепловых сеток проведены гидравличные выпробования. Обследовано свыше 200 километров подземных газопроводов. Проведено профилактичное обслуговывание 1000 километров водопроводных сеток. В Вогуле включать отепление у Гомеля будут в отповедности с нормативами. Когда на протягу 5 суток запар средняя температура поветра не перевысить плюс 8 градусов. Звичайно, это другая декада кастрычника. До этого часу работы еще будут протягиваться. Проведена замена 24 километров тепловых сетей. До начала отопительного сезона планируется еще заменить как минимум 5 километров. Подготовлены к работе в зимний период 32 котельные, которые обслуживают жилфонд и объекты социального назначения. В этом году мы планируем также закончить комплексный капитальный ремонт 17 жилых домов. Разом с тем, только ремонтом и техническим обслуживанием инженерных сеток все лето в Гомеле не обмежевались. Значную увагу уделили дорожные господарцы. До 1 листопада у городе будет подрыхтовано как минимум 130 одинок коммунальной и снегоуборочной техники. Причем для того, как их работе не перешкоджали машины, которые гомельчане часто покидают на проездной части, додатково створили около 1000 парковочных мест. Сами дороги, во всяком разе основные, так само провели у надежный стан. Неде асфальтобетон покрытие заменили, неде узмоснили специальным составом. Все магистральные улицы приведены в надлежащее техническое состояние. Очень большое внимание хочется заострить такие улицы, как улица Советская, была выполнена поверхностная обработка, улица Ильича, проспект Речицкий. Также в этом году уделялось большое внимание по обустройству парковочных мест в центральной части города Гомеля. Вы видите, какие у нас были построены парковки. Это улица Пролетарская, улица Хатаевича основные. Городские улады запевнивают, проблем у этом отеплядном сезоне быть не повинно, але относится до реализации запланованных мероприемств необходимо все-таки по господарству. Разумную экономию паливно-энергетичных ресурсов и бюджетных сродков еще никто не отменял. Алексей Синтеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».